Министерство культуры продлило контракт с художественным руководителем Государственного академического малого театра Юрием Мефодьевичем Соломиным, народным артистом СССР. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что малый театр всегда являлся образцом русского классического драматического искусства. Подписание нового бессрочного трудового договора с Юрием Соломиным состоялось накануне в театре. Юрий Мефодьевич, во-первых, позвольте вам вручить цветы. Я хотел передать вам подписанный приказ о вашем переназначении и особый контракт. Честно скажу, что за почти за 7 лет я впервые такой контракт подписываю. Да, это бессрочный контракт на руководство Малым театром. Еще раз я хочу, наверное, от всех наших московских и петербургских театров поблагодарить министерство за те мысли и думы. Думайте о нас, о театрах, потому что театры, ну что вам говорить, вы все прекрасно знаете, театр – это воспитание с детства.